Добро пожаловать в Rocky Springs. Будущий дом для самого экологически чистого жилого поселка. Знаешь, почему меня называют Зеленым Королем? Я обожаю нашу планету. И собираетесь вырубить весь лес? Конечно. На его месте будет построен гипермаркет с дизайном на тему леса. Это шанс одновременно помочь и нашей семье, и дикой природе. Таким образом, уничтожение леса помогает природе. Единственная помеха — местные жители. Твою мать! Эй, ты, пошел прочь! Бежать бесполезно. Так, собрались, мужики. Форсируем горку. Прятаться бессмысленно. Зверье решил меня доконать. О каком именно зверье идет речь? Их там целое стадо, и они в сговоре. Ты спятил! Заткнись! От пушистой братвы сбежать невозможно. Ты в порядке? Summit Entertainment и Participant Media представляют. Мы вольем 100 миллионов долларов в местную экономику. Нужно что-то делать. Пап, ты хочешь погубить заповедник, и природе это не нравится. По-твоему, зверье пытается помешать мне начать застройку? Они жаждут мести, пап. Брэндон Фрейзер. У тебя тоже есть семья, и все это время ты защищал ее? Иди сюда, малыш. Месть пушистых. Милый, ты там, внутри? Да! Не парьтесь, босс, пустим вас до счета! Слабонервным лучше не смотреть. Скоро на экранах.